Так, приехали мы на Мадейру. У нас такая большая экскурсия. Это значит, станция, она, говорит, передает, ну, нужна для аэропорта. Они что-то в этом духе вроде сказали. Надо почитать, что там еще написано. 8 часов у нас экскурсия. Туалеты закрыты. Ресторан закрыт, потому что Рождество. Вот такое солнце. Ну, ничего. Тут очень холодно, тут снег лежит. Вот он, снег. Раньше там были такие иглу стоят. Иглу. И сказали, что раньше собирали в этих иглу лед и, по-моему, на континент отсылали. Потому что не было. Да, радарная станция, вон написано. И значит, это лед поставляли на континент, по-моему. Или вниз спускали. Такая красота. Мини-автобусы. Вот такие кактусы. Ну, это национальный парк. Что-то там мужчина нам говорил, что тут есть национальные парки, которые приватные, принадлежат то ли сообществам, то ли людям. И государство берет в аренду. Он говорит, нам повезло с погодой, что нет дождей. И это очень хорошо. Так, бабушка, не будем снимать. Вот такая земля. Ой. Вот такое небо. Голубое. Красивое. О, горы. Наверх идем. Небо. Ну, холодно, холодно, холодно. Градусов 0,5. Называется Форка Ареа. О, у них тоже этот орел смотрит на запад. Такая земля. Красные кактусики растут. Сказал, что говорит, ужас состоит в том, что окей, Алискла состоит в том, что дом строит, тут проблема, потому что фундамент сползает. И говорит, еще не гарантия, чтобы дом простоит 100 лет, потому что фундамент сползает, тут нету устойчивой почвы. Вот, мы над уровнем земли, 1810 метров. Понятно, тут лежит снег. Так. Was gibt es da? Schön? Oh, guck. Mach es 5 Minuten, dann Ja, gehen wir schnell. Komm. 5 Minuten, говорит, и бежим. Типа, не это. Бегом, бегом, давай, давай. Цветочки. Людей нельзя снять. Вот цветочки национальные. Красивые. Какие-то желтенькие. Ой, еще бы тени не надо снимать. Вот. Медоносцы, наверное, какие-нибудь. Понюхаю. Или не возьму. А, колючие. Чё-то не поймешь, чем пахнет. На воду, как козлы, залезли. Горные. О! Вот это высота! И тут скользко. Я говорю, козлы залезли на верхушку. О! Ну, скользко, можно упасть и стукнуться головой об камни. Хотя я в своих кроссовках веко. Ой. О, народ уже туда побежал. А сказали 5 минут. Я-я. О, долина. Плато. Еще так вот.
красиво. 5 минут. 5 минут.